Привет из Японии, с вами Наташа. Привет, так и здесь. Сегодня пришли мы за покупками в Uniqlo. Решила заодно снять небольшое видео. Меня сейчас спрашивают, сколько у вас стоят товары Uniqlo. Для сравнения решила заснять. Но я постараюсь не снимать то, что со скидками, потому что это, мне кажется, в каждом регионе свои скидки. Ну так, хотя бы в общем. Сегодня пришли купить детям пижамы. Как всегда, холода наступили неожиданно. А дети у нас тоже выросли, тоже неожиданно. Штаны короткие, рукава короткие. Вот решили закупиться. Фотографирует меня, измеряет температуру. Так, обязательно одевайте маски. Еще 500 йен плюс налог. Налог у нас 10%. Костюмчики детские. Детскую одежду практически такие же цены, как для взрослых. Вот такие леггинсы очень удобные. У нас детки ходят в них в садик, потому что в садике довольно тепло. Надевать что-то очень плотное смысла нет. Вот такие. Красивые курточки детские. Красивые, теплые. Так, ну это скидка. А, цена со скидкой. Так. Вот такая курточка без скидки пока. Уже почти 6000 йен. Так, ладно, пойдемте в женский отдел. Шерстяные свитера. Купили пижамы. Сходили за пижамами, называется. Сейчас я вам покажу, что мы купили. Так, первое, это вот такую я себе купила, теплую. Что-то среднее между кофтой и курткой. Так, ну, ходить, вот, за детьми в садик ездить. Такая штучка сейчас стоит 2990 йен плюс налог. Так, это раз. Это единственное, что мы купили из взрослой одежды. Вот сегодня была распродажа за 1290 йен с налогом. Мы купили куртку старшему. Цвет специально выбирали яркий, чтобы его было хорошо видно. Так, вот пижамки. Пижамки сейчас, ну, как у нас начался только сезон прохладный, поэтому не дешевый. 1500 йен с налога, плюс налог. Это вот пижамы, что на старшего, что на младшего, цена одинаковая. В детский сад вот такие леггинсы, самые удобные. 790 йен плюс налог. Так, младшему еще купили вот тоже с длинным рукавом, как их называют, что-то типа футболочек. Они были на распродаже по 500 йен плюс налог. Так, это старшему такие маечки очень удобные. У нас требуют, чтобы мы в садик надевали что-то под низ, ну,
под футболку. Одна маечка 590 йен плюс налог. Носочки. Носочки самые лучшие в Uniqlo. Мы покупаем и себе, и детям. Обязательно с Uniqlo. Вот купили вот такие носочки. Две пары 590 йен плюс налог. Но они все по одной цене. Вот все, что мы купили. Общий чек 15 849 йен. Это уже включает в себя налог. Так как у нас получилось больше, чем на 10 тысяч йен, сейчас у них акция, нам дали вот эти знаменитые маски Uniqlo в подарок. Открываем. Угу, 3 штучки. Ага. Вот такая маска. Она двойная, довольно плотная. Да. Что-то сайза окей, она. Что-то окей, не? Немножечко большеватая. Надо брать вот на наши, наверное, русские лица девушкам брать размер М. Мы попросили L. Ну ладно, дареному коню в зубы не смотрят, будем носить. Куда? Чёду и. Вот мужу как раз. Ага. Сейчас идем. Окей. Вот такие цены у нас здесь в Японии, в Uniqlo. Часто бывают распродажи. Но если брать без распродаж, конечно, вот даже детская одежда стоит так же, как взрослая. Если у вас есть в вашем городе магазин Uniqlo, сравните цены, можете написать в комментариях, какие цены у вас. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Наташа. Пока-пока.